Ребятулики, ребятулики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. 50 копеечек 2006 года. Так, сейчас мы ее с вами попытаемся. Попытаемся изучить. Так, сейчас мы ее подвинем поближе. Так, ребятки, смотрите, какая ситуация. Слева крайняя монета. О, отлично видно, смотрите. Вот, видите, ступенька. Вот на этих монетах здесь сразу идет прорезь, а здесь идет выпуклость. Ступенька. И с этой стороны, и с этой, но здесь отсвечивает, и с этой. Вот. Вот это называется выпуклый гурт. О. Видите? То есть, еще раз показываю. На всех трех экземплярах это стандартный гурт. Он идет. Ну, они тут все идут, в принципе, он делится там рифленый. А здесь идет ступенечкой, то есть первая идет не прорезь с этой стороны, а бугор, ступенька. Вот это и есть выпуклый, и он чуть-чуть выпирает, но вы так не поймете. А вот видите, на этих всех экземплярах здесь идет прорези сразу, с первой и с той стороны идут прорези. Вот, вот такой вот экземплярчик. Значит, сразу хочу сказать, монетка встречается довольно-таки очень редко. Ну вот, если взять, например, 70 монет ориентировочно, то вот одна, если вам попадется, то это, считайте, мега удача. Она называется 1 ГБВ. Вот так ее название по каталогу. Цена. Ну, где-то гривен уже 10. Это довольно-таки достойный экземпляр. Они идут четырех разновидностей. М, В, уменьшенный. Аверс. И какой-то еще. Какой-то, я не помню просто. Знаю, что 4. Ну вот как-то так, ребятки. Вот это, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. Сейчас начнется опять истерики у тех, кто в ценах не разбирается в монетах. У них сейчас начнется опять паника. Почему вы не назвали цену? Почему именно этот редкий, еще раз повторяю, с точки зрения переборки. Также я считаю, что уменьшенный аверс тоже довольно-таки редко встречается. А там, опять же, вам судить, я просто показываю свое, высказываю мнение, показываю то, что считаю нужным. А там уже хотите считайте, хотите не считайте его более редким. Но по цене вот такая ситуация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Начинающие блогеры, не забывайте заказывать пиар на свои каналы. С вами король нумизматики, Golden Boy перекупщик. Также у нас есть уроки по монетам и антиквариату.